Да, я переспала с ним, любимый, но это не измена. Это хороший левак укрепляет брак. Ты вообще в курсе или нет? Да, я с ним спала, но это для того, чтобы укрепить наши с тобой отношения, чтобы у нас с тобой все было хорошо в наших отношениях. Ты понимаешь, что я работаю над отношениями, а ты ничего не делаешь просто. Сходи к психологу, ты психически неадекватен, посмотри на себя, сходи к психологу. Он тебе объяснит, как и мне, на кушетке. И там еще на подоконнике он мне 2 раза объяснил. Да, я сплю со своим психологом, и что такого? Укрепляю брак, укрепляю, через психолога уже укреплять стало брак наш с тобой, блядь. Думай головой, блин, прежде чем обвинять меня, блин. В своем глазу соломинку, а бревно в постели у меня. Все, любимый, хватит, давай не будем ссориться, пожалуйста. Зачем вот ты на меня накричал сейчас? Я просто... Я на тебя накричала? Это ты отрицаешь? Ты газгольдер этот, что ли? Или я сейчас к психологу схожу, знаю, как я тебя обзывать могу. И вернусь. А, презерватив. Забочусь о здоровье семьи. Фу, укрепляй брак.